Всем привет, ребята, с вами, как всегда, транспортник Беларуси. Сегодня я буду ехать на ласточке. Да. В прошлый раз я скачивал это приложение Skyrail. Напоминает, как больше симулятор железной дороги. Так вот, сегодня мы отправляемся. Там мы отправляемся. Ехал какой-то электропоезд. Ладно, давайте сейчас перейдем на другой вагон. А давайте сюда сядем. Будет интереснее. Все. Подвигались. Уважаемые пассажиры, осторожно, двери закрываются. Thank you.
ребята. Ну, ребята, я сейчас буду звук. Уважаемые пассажиры, электропоезд едет... Осторожно, двери закрываются. Все, ребята, за сегодня буду заканчивать. Всем спасибо и всем пока.